Меня здесь вокруг защита. Вот я еще не могу. Ульян, можешь посмотреть назад? Просто одинокий шарик. Аккуратно. Может, ты спрыгнешь? Давай. Нет, пожалуйста. Всем привет, друзья! Мы тут с ребятами пришли в корабли, уже давно здесь не были, ну, а пришли сюда потому, что хотим кое-что построить, кое-что интересное. Возможно, вы уже поняли, но, наверное, нет. Ну, судя по тому, что ты будешь называть как-то видео, я думаю, поняли. Возможно, да, возможно. Ну, и тем более, обложка тоже там будет, наверное, понятна. В общем, мы будем строить надзирателей. Надзирателей из игры «Кальмара». О, да, ребята, да-да-да. Я, знаете, я мастер такой интриговать, мне прям нравится. Ага. Наверное, слушайте, даже ну, с какой-то как стороны вы вообще строить? Издевательство, но прикольно. Я, если честно, не знаю, ну, наверное, как? Просто брать и строить. Зачем так, говорить? Ну, давайте проверять. А можно начинать уже, что типа? Я не думаю, представляю. Да. А у нас ограничено время, как-то инструменты, например. Ой, я думаю, ну, мы вообще в первый раз строим вот что-то такое вот подобное, поэтому ограничение времени, это как-то уже будет слишком жестко. Если мы раньше, например, строили за минуту, за пять и... В общем, так далее и тому подобное, но мы хотя бы, ну, не так сложно, что ли, было. Сейчас нет представления, и давайте, наверное, сначала построим просто так, а потом уже посмотрим. Угу. Блин, опять же, форма лица. Почему форма лица у нас не квадратная? Скажите, пожалуйста, ну почему? Почему вот это вот овал? Ну, все зависит от тебя, как бы. Можно сделать ее квадратной. Ну, так уже неинтересно, это уже не лицо получается. Так, ну что, ребята, у меня уже возникли первые сложности в моем строительстве. И я как бы вроде бы уже выбрала форму лица, но она не похожа на эту форму лица. Ну, давайте сделаем уже как-нибудь, а потом там же капюшончик будет. Я думаю, что капюшончик все скроет, правильно? Все неровности всякие там какие-нибудь. Ну, да. Если они будут. Это что-то, ага. Что это за яйцо такое-то непонятное? Что это такое? А что такое маленькое, Ульяна? Мне кажется, нужно побольше как-то строить. Знаешь, вот я хочу сказать так, возможно, оно будет маленькое, но там же еще будет капюшончик, это во-первых. А во-вторых, если я сейчас буду переделывать, то это будет потом капец, я хочу сказать, потому что я обычно, когда что-то строю, потом мне кажется, ну нет, так не получится, так не очень хорошо, и я начинаю переделывать, и потом такая беда происходит, такой кошмар, такой хаос, я бы даже сказала, поэтому я не буду, наверное, переделывать, пускай будет как будет, а потом что-нибудь добавим, может быть, лапки добавим, ну, в смысле, ноги, вот, и посмотрим, как будет. Да, давайте, наверное, капюшончик уже сделаем. Как бы я люблю минимализм, ребят, поэтому я немножечко там палю, кажется, строительство Евы и Йоши, но я ничего не смотрю, страшного. И вы тоже не смотрите, собственно говоря, не мы еще сами смотреть. Не знаем, что у нас будет. Да, ага. У меня вообще получается немножко Йоши уже, или даже я не знаю, что это. Вообще, как капюшон, в принципе, построить, ну, нарисовать еще, ладно, там можно завязочки сделать, да, а тут как сделать этот капюшон? Просто получается какой-то... Какая-то обводочка непонятная. Просто взяли, помаду ввели и все. Ну как, вот как. Слушайте, а здесь нельзя как-то обрезать? Вот я что-то забыла, какие здесь инструменты. Ладно, ты не можешь обрезать как-то корабль твой? Я могу менять форму, да, у меня есть такой очень хитрый инструмент. Называется он рулетка. И он очень помогает, ребят. Это нечестно. Надо будет как-нибудь купить эту рулетку. Да. Ребят, ну нечестно, ну я могу, конечно, не делать, но мне просто кажется, что так прикольнее получится. Да не, почему? Конечно, конечно, как бы, если у тебя есть инструмент какой-то, почему бы им не воспользоваться? А то, что у нас конечно. Его нет, то это уже наша проблема, собственно говоря. Поддерживаю. Так, а теперь, вот видите, мне не понравилась форма, и что происходит? Смотрите, что это такое? Что это такое? О боже. Я не знаю, это все, возвращаем тот капюшон обратно, потому что... Иначе будет вообще кошмар какой-то. Так, ну что, ребят, я построила немножечко такую основу. Я очень долго мучилась и мучаюсь до сих пор с цветом. Такой юный художник, знаете. Вообще, ну мне кажется, что вроде бы похож. Ну, малиновый вроде бы похож. Ну, да, да. Чуть-чуть. Как раз таки, мне кажется, тот. Идеально. Все, ага. Вы придали мне уверенности немножечко. Поэтому можно теперь и лицо немножечко покрасить.
Так, ну что, ребят, я хочу показать вам свой корабль. Вернее, как-то лицо этого надзирателя. Я очень долго думала, я пыталась исправить ситуацию. Я думала, ну, может быть, хватит одной головы, а потом подумала, может быть, дорисовать туловище. В итоге я оставила только голову. Это у меня, не пугайтесь, это не ободочек, это просто такой капюшон. Я хотела сделать похожее что-то на капюшон. Ну, похоже. Ну, в общем, не особо. Честно, потому что у него просто на капюшоне еще какая-то шляпка. Я вместо шариков решила использовать вот такие вот блоки, в общем, и сделать квадрат. Да. И вот это вот, не пугайтесь, это не Дарт Вейдер, это просто такая, ну, маска. У них же там маска, у них получается сверху вот эта вот штуковина, кружочек, квадратик, неважно. А потом такая маска и разделение. Разделение решила сделать другим цветом, вот, а саму маску сделала черненьким. Ну, в общем, как-то так. Слушай, ну, прям похоже. Сильно заморачивалась на самом-то деле с этой маской. Я не видела еще корабль Ланы, Евы, твой не видела немножечко. Ну, можешь тогда к моему и идти в таком случае. Ну, в общем, у меня стандартно большая голова. Вот здесь никаких заморочек, как у тебя, вот посмотри, просто квадрат. Ну, просто квадрат, почему бы и нет. Вот, да, а туловище то же самое дефолтное, прям самое обычное. Немножко раскрасил, ровно раскрасить не получилось, потому что так работает, к сожалению, игра. Вот, да. Ну и вот такие ножки, такие вот. По-моему, отличный ботинок. Ручки. А, спасибо. Я думала, это специально. Да, и вот пояс, и вот эта застежка. Ага. Знаете, принципе, будто бы он стоит так, немножечко ногу выставил, и типа так, чего-то ждет, собственно говоря. Я слышу прям, как он топает, вот, не может прям дождаться, когда мы уже поплывем. Немножко, знаешь, еще похож на модельку из Майнкрафта, из головы. Ага, прям похож. Шея топ. Ну что, пойдемте. Ой, я сейчас посмотрела, а тут будто бы у меня усы. Ну не у меня, а вот у этого чувака, который я построила. Не балуйся, Йоши. Так, идем к Еве. Ну, у меня такое, я тоже немножечко не парилась, но мне очень понравилось, что тут есть вот эти вот светящиеся блоки, хотя их можно сделать и темными одновременно, вот так вот, чтобы было точно видно, что тут вот этот вот квадрат, он есть квадрат, а не вот это вот все такое. А еще у меня есть сиденье для вас всех, если вдруг у моей головы живет. Вот, да, кстати, Ева пока единственная, кто, да, кажется, единственная, кто позаботилась о всех нас. Ну, слушайте, на самом-то деле, по факту, эти штуки можно не ставить, потому что мы либо не успеваем перепрыгнуть, либо уже прям все корабли мертвы, поэтому там очень редко, когда эти вещи помогают. Но вот обалдеть, посмотрите на этих почему художества. Почему я не могу пройти, меня не пускают? Потому что у меня есть секретная защита, потому что мне очень понравился мой корабль. У меня тут даже есть кресло невидимое, это реально смотрите. Очень похоже, капец. Это капец. О боже, опять она легла. Посмотрите. У меня здесь вокруг защита. Вот я ничего себе. Это очень круто. Это чтобы было невидимое. Вот я даже, смотрите, я даже здесь так соединила, чтобы он у меня не уплыл отдельно. Капец. Вот и тут где-то еще сейчас. Вот, где-то капец. Тут у меня ножки. Это вот вам все секреты раскрываю. Кресло у меня тоже, кстати, тут видимое. Вот оно. Ребят, это вообще. Ага. Ну, я так и думала, что он опять что-то придумает. Ну, это нечестно, потому что я пользовалась всеми инструментами, которых у вас нет, то есть вот этими двумя, поэтому, в принципе, ну, уже можно не оценивать, а просто, ну, мне захотелось так сделать. Вот. Не, ну это очень круто, равно, на самом-то деле. Да, очень классно, очень классно. Спасибо. Я возвращаюсь к реальности. Знаете, вот это просто ожидание и реальность. Да, реальность. Вот онлайн-корабль, это как у меня в голове сейчас это было. Как в голове я хотела построить, и в итоге получилась голова с бабочкой. Ну что, поехали, что ли, поплыли, вернее, к победе. Только к победе, ребят. Ничего только себе. Вперед и вообще, и ни шагу назад. Я отплывать готова. Давайте. Ой, все готовы? Да. Ну, в принципе, да. Поехали. Все. Знаете, что еще хотела сказать? Ой, Ульян, ты куда помчала? Подожди. А я показать такое? Хотела. У меня тут прям видно, как работает капюшон. Ёж улетел просто вообще нормально. Капюшон. Вон, смотри, видишь, у меня поблескивает. Да. Это капюшон вот так тут дергается чуть-чуть. О, ты чего растолкался? Я потому что опасный, ясно тебе.
а у меня очень плохо поворачивает мой корабль. Ой-ой-ой, а ты его не сохранила? А ты подожди, пока у тебя эта защита отвалится, и потом будет получше. Ну, наверное. В принципе, да, логично. Ой, ну, спасибо, соглашусь, спасибо. Хотя меня... бы как бы так. Ну, вообще логично, мне нравится, хорошая идея, спасибо, я буду пользоваться этим, я просто еду прямо, насколько могу, о боже. Давай помогу. Прямо так, не вышло, а с другой ребят. Стороны, еще очень хорошо, что немножечко так некрасиво сейчас будет сказано, но у Ланы, получается, есть защита, а Лана, получается, нас будет проводить вперед. Ну, да, скорее всего, так и будет, потому что я реально, ребят, вообще Лану. Даже не могу повернуть. Надо было брать более сильные двигатели. Лана наш защитник. Да. Кстати, мне нужно было брать, наверное, не мощный двигатель, потому что Ёж, посмотрите, улетел. Улетел уже куда-то. Да вообще. Давайте вернусь. Потому что что-то как-то слишком быстро я еду. А я тоже могу включить свои шарики, но... Ой, я их не успела нет, я их раскрасила, все правильно. Меня перевесит, немножечко перевесит, поэтому я не буду пока их включать, я пока буду ехать на своих двигателях, вернее, на одном двигателе, спокойствие. Немножечко заносит. Ой, вы что там бодаетесь? Да меня Ульяна подвела. Я не хотела. Да, капец, я просто не могу тут доплыть, потому что я, блин, еще не сломала свою защиту. И у меня нет шариков. Ладно, за тобой вернуться? Не, нормально. Яна поплыла, там ничего себе вперед. Я просто уплыла, ребят, просто всем пока. Капец. За просмотр, я побежала к победе. Господи. Фух, там попкорненькие немножечко вас... Ой, нет, начинается! А тут еще эти чуваки, которые вот эти вот, которые разбрасываются своими ножами. Боже мой, как их называют-то? Ю, отстаньте, только не лопайте шарики мои. Ёши, меня подстрелил! Зачем я нажала пробел? Боже, я выпрыгнула! Ёши подстрелил Еву? Как я? Ёши мог подстрелить Еву. Я не стрелял. А тут все, подстава, ребят, тут подстава, тут огромная просто бомбы, боже мой, спокойно. Боже мой. Спокойно, так, аккуратно. Вы бы видели, какое у меня сейчас лицо, это просто кошмар, такая гримаса ужасная. Оскал зубиков моих. А где они, где ты видишь так их? Так вот же они бросаются, нет? Вам не видно, что ли? Все, понял, тут понял. В общем, ребята, все напролом. Ой, напролом, Ульян, тут мед. Ой, ужасный уровень. Ой, все, боже мой, нет. Пожалуйста, оставьте в покое мой двигатель, я умоляю вас, пчелки. Нет, жесть, Ульян, я все похоже. Я уже не летаю. В смысле, нет, я не летаю, я имею в виду. А Ева как? Ева все? Ева давно все, да. А я, короче, Полина. С перепугу нажала не F, а пробел и выпрыгнула. А у меня корабль улетел. Я такая, ладно. Мне кажется, сейчас буду все. Я дико извиняюсь. Ульян, можешь посмотреть назад? Просто одинокий шарик такой. Ну ладно, я попытаюсь, конечно. Я ничего не обещаю тебе, молодой, но я попытаюсь. Это, знаешь, этот брезгливый шарик у тебя, потому что, когда, ну, в принципе, брезгливый человек, я по себе знаю, о, боже мой, ты, когда что-то берешь, что-то неприятное, ты просто, знаешь, так за два пальчика берешь, да, так да, смотришь, да, 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 да. И этот шарик точно так же сейчас взял у тебя твой корабль за такой краешек, и все. Ага, рил. Слушайте, а может быть мне здесь вот по этим камням пробежаться? Хотя потом я все равно тюкнусь, правильно? Давайте уже плыть так, как есть. Вдруг доплыву, кто знает. Ульян, посмотри, мне реально это такая жесть. Я тащу этого надзирателя, самого главного надзирателя. Да прекращай, я тут, блин, свой корабль. Смотри. Уничтожил почти. Я помогу тебе, хочешь, я помогу, я вот так сделаю. Нет, не смей, уходи, убегай. А ты чего там спустился? Ты спустился? А ты где? А ты идешь? Я вот сзади. Я да. Все, давай, живи. Подожди, Ульян, стоп. А ты не можешь? У тебя нет кресла? Нет. У меня, какая знаете, жесть. Я просто все пережила. Я пережила. Что пережила? В общем, всякие попкорненькие. Мед этот ужасный. Спокойствие. Аккуратно. Может, ты спрыгнешь? Давай. Нет, пожалуйста, еще чуть-чуть. Пожалуйста, успевай. Чуть-чуть. Ульяна. Ульяна! Я не довольна. Ёши просто одинокий эльф. Ну, ребят, я не думала, что я доплыву до последнего уровня, и я уже хотела прыгать в отчаянии на эти камни. Ага. Но нет, я доплыла, ну, подумайте, там,
этот водопад. Ну, не успела. Я была так близка, чтобы к Йоши на корабль спрыгнуть. Буквально. А Йоши доплыл? Да, я доплыл. Я даже попытался потормозить там как-то, но я не мог управлять кораблем, к сожалению. Я так только эфочкой, последним шариком, скажем так, попытался, но это было очень тяжело и не получилось, к сожалению. Ну ничего, хотя бы один человечек у нас дошел. Да, а кто там, чей корабль летит? Видите, вот там, высоко. Ну мой, конечно же. А это ЕА, да. Я же говорю, я выпрыгнула, а он улетел дальше. Обещал вернуться. А я доплыла до меда, а там мне оба ботинка, двигатели, так одним этим сломали, и все. Вот эти мед пчелки, и меня на самом-то деле сломал. То есть, типа, там что было, там падали вот эти штучки. И мне просто, во-первых, оторвало двигатель, а во-вторых, шариков половину. И я просто, ну, типа, там спереди было, конечно, немножечко шариков, но уже перекосило немного корабль. Вот, а после этого осталось вообще, по-моему, 3 шарика на ноге. Но они кое-как довезли меня все-таки до финиша и почти даже спасли Ульяну, что, в принципе, удивительно. Подожди, а ты же взял правильно этот приз? Награду? Конечно, дошел, взял, все отлично, все правильно. Довел своего надзирателя все-таки до конца. Да, он выжил, он выжил. Так, ноль спойлеров. Никаких. Какие надзиратели? Какие до конца? А что? А что такое было? Ладно. Ты не знаешь? Я не знаю. Ничего, что вы сейчас вообще? Все пока, все пока. Так, а мы ни о чем не говорим. Там вообще-то был розовый слон. В конце был розовый слон, Ульяна. Складывается розовый картинка. Слон. Какой слон? Я знаю, там надзиратель. Вы что-то сказали про надзиратель, значит там что-то... Да не было, там про слона речь. Деле... Слон? Ну ладно, точно? Хорошо. Да. Я вот досмотрю, вернее, начну смотреть, и потом буду предъявлять уже претензии, а пока не буду ничего говорить. Хорошо. Но на самом деле, вроде ничего такого Йоши не рассказал, насколько я помню. Ну да. Ну хорошо. Не, я очень... Я говорил, ребят, я очень аккуратненько всегда подхожу к каким-то фразам из сериалов и прочему. То есть я... О! Ты сохранила? Да. Обалдеть! Да что ж за крутышка-то такая? Я... Я хочу ему другие двигатели поставить, мне кажется. Так, а мы, я так понимаю, все вместе, да, выезжаем? Ой, я правильно хотите? Понимаю? Так вот, давайте, да, конечно, хотим. Я хотел сказать то, что, типа, всегда аккуратненько говорю, чтобы никому не соспойлерить и, типа, ничего такого не сказать. А можно нам, пожалуйста, да, сейчас отойдите только, пожалуйста. Ага, я все, вам все, обязательно ушли. Вот на коленки, вот, на кармашек. На коленники, на локотники. Так, давайте, я могу их сделать невидимыми, чтобы, ну... Ну, как хочешь. А, как хочешь. Ну, хорошо. А почему на кармашке не ровно на кармашке? Ну, так получилось. А это уже деталь, это уже деталь. Может, так безопаснее даже будет, Ева, если карман отвалится, а карман это отдельный блок, то не отвалится с ним эта штука, а я прилягу, пожалуй. Нормально, нормально. Это, ты знаешь, короче, вот как есть мотоциклы, типа, спортивные, на которых лежат, можно сказать. И вот ты точно так же, но ты наоборот почему-то. Боже, он танцует, вы это видите? Да, да, такой танцор. А что, мы отплываем? Давайте, погнали, ребят. Давайте. Так, ну что, вези нас, ладно. Ой, неплохо, быстро летим, просто летим. А шарики, что по шарикам? Есть шарики? Шарики можно нажать? Нет шариков, ребят. Капец, просто без шариков. Как можно жить без шариков? Ты должна была шарики положить, поставить, прикрепить сюда шарики. Паника началась, нервный срыв. Паника, паника, шариков нет, паника. Ребят, прошу только не выпрыгивайте, как сделала я в прошлый раз. Да-да, пробел, вообще, пробел в этой игре, когда мы уже начали плыть. Это, да, самое это вообще вот сразу нет. Да. О, забудьте про пробел. Лана, Лана, я вот что подумал, а у тебя вот эта защита, она одним блоком, я надеюсь? Да. А, здорово, то есть, типа, со всех сторон может аккуратно разрушаться, но полностью не разрушится. Так, короче, вообще, ну, типа... в прошлый раз полностью разрушилась, когда я на голову наехала, конечно. Да, но ты поняла, о чем я говорю, короче. Так, а я, кажется, не вижу здесь... пчелок, но тут, кажется, есть крокодил. Зато там есть кальмар, ребята! И настоящий кальмар, посмотрите! Реальный кальмар. А, так это... Ой, все, я понял. Сначала не понял, потом как понял. А, потом как... Да, я потом тоже только сейчас понял. Мы обязаны доплыть до кальмара. И чувак из игры в кальмар. Давай, быстрее! Нет, ладно, нормально. Ульяна! Нет, почему так? Ульян! Нет, как? Ребят, как? Как почему это вышло? Шариком прикончила, сверху стукнула, а что делать-то теперь? Как чего? Именно Ульяна-то? Докатить, что ли? Бегите без меня, ребята. Моего кресла тоже нет. Ну капец. Как?
как мы дойдем теперь? Я не знаю. Ева, так я же садись, ты, я управлять все равно не могу. Садись, все, сиди, я постою. А, слушайте, так мы же не можем ничего сделать, получается. Мы сейчас в поезд въедем. Мы просто можем плыть. А я пока тут улыбочку рисую для вас. А я снимаю, если что, Ульян, я включил. Да, все отлично. А, я тоже включила, но ничего, уже нечего снимать, как бы. Ну да. К сожалению. Но мы, ребят, мы должны доплыть хотя бы до уровня этого кальмара. Я думаю, ну, да, да, до кальмара, по идее, конечно, должны да, давайте. Осторожно только, пожалуйста. Ой, нас сейчас здесь будет сейчас больно. Опа, летит сюрикен. Летит кунай. Сюрикен, вот еще один кунай. Сюрикен еще один. Они не понимают, с какой скоростью мы движемся, поэтому они до нас не долетают. Да, но мы все равно их собираем потом, в этом проблема. У нас еще защита не сломана вроде. А, да? А как но ты видишь, голова у него целенькая. Ну, сам парень не меняется, поэтому... Ай. Значит, это... Только что изменилась голова. Ай. Ну, голова только что поменялась. Он худеет, ребят, он немножко худеет. В этом смысле. Ну, тогда ладно, его дело, конечно же. Да, он занимается... У него ручки чуть похудели уже, по-моему, даже. Ой-ой-ой. Только не взрывайте, пожалуйста. У него лица нет. О, боже, нет лица. На нем нет лица. Да-да-да. Бедный такие каламбуры, каламбуры опять. Ребят, то следующий ну, кальмарный уровень. У нас уже нет двигателей, у нас от парня почти ничего не осталось. Я у него на молнии просто стою. Пятками прибивает там путь. Юш, у тебя маски нет, кстати. О, я вижу твое лицо, ты выбрал так классное лицо. Да, давно. Так, и вот они, кальмарчики. Ну чё, пройдем, значит, крутышки мы получаем. Они пройдем, значит, ну и всё равно молодцы. Там не только кальмар, там еще волна, ребят, еще волна. Его сейчас подбросят. Ой, ой, Ева, ой, куда ты полетела? Ева? А Ева где? Ева! А, вот о, боже! А что, успела, что ли? Успевает, нормально. Успела. Нормально, ничего нормально. Себе. Да, вроде живет. Блин, очень жалко, что Ульяна с нами не попала, конечно, сюда. Надо было как-то нас еще закрывать там защитой. Не ой, нет! Ребят, всего хорошего вам. Блин, подождите, притормозить, к сожалению, я... не могу, помочь ничем я лечу, тоже я лечу. Не могу. Фу, мы пришли. А, ой, вы ничего что, себе, мы там летали, я вообще так полетела. Ой, я тут аллигатор. Ой, а что так больно? Ребят. Аллигатор. Вот и приветик вам, ребят. А что меня скинуло? А, помогите. Сделали небольшой кусь. Я здесь, Ёши, ты тебя грибочек съели, они голодные да, очень были. Да, и кресло мое тоже сожрали, честно говоря. Ульяна, мы направляемся к тебе. Ой. Да? Ну, пока направляемся, да. Пока еще немножко мы тут съели. А пока нет? Вообще друг на друга забирайте. Уже очень скоро, я думаю. В смысле? Почему так нечестно происходит? Пустите меня на корабль, пожалуйста. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А, блин, все, ладно, Ёша один остался. Хорошо, что ты снимал, плыви. Ага. А докуда ты доплывешь? А куда ты лезешь, ты? Ты здесь нельзя сюда, эй. Немножечко агресси. Нет, меня, ребят, меня скинуло, меня просто скинуло, да. Ну, в общем, а ты сможешь допрыгнуть? До последнего, не-не-не, без вариков, до последнего уровня, в общем, мы дошли. Точнее, так, не мы, корабль дошел. Да. Вот, слушайте, ну, здорово, по крайней мере, кальмарный уровень мы прошли. Ага. Хорошо. Круто. А этот немножечко творчество от меня, пока я ждала, пока вы там доплывете. Вот это улыбочка и сердечко. Сердечко — это лайк, который вы должны поставить, собственно говоря. Ставлю лайки. Да, я нажимаю. Тогда пока мы прыгаем на лайках, ой, меня кто-то толкнул. На собачках, да? Да, и я тоже вам, ребят, рекомендую ставить лайки, подписываться и писать комментарии. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Пока. 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 Я рекомендую вам поставить лайки. Я бы тоже. Пока ничего плохого не произошло, но я рекомендую вам поставить лайки. У вас 5 минут на то, чтобы поставить лайки. Иначе игра начинается.